короче, в МГУ идет экзамен, ну, скажем, по физике, да? Заходит студент такой, отличник, вот, сидит профессор, такой старый уже, пенсне, с бородой, там все такое, ага. Вот, казенный. Вот. Ну, и задает вопрос. Молодой человек, вы отдыхать любите? Да, конечно. Ну, представьте себе, что вы едете в поезде на отдых, да? Ну, зашли в купе, вам жарко, что вы будете делать? Он говорит, ну, открою окно. А теперь давайте посчитаем. Допустим, сколько раз изменится объем воздуха в купе при температуре за окном плюс 25, в купе плюс 30, скорость поезда 70 км в час, скорость ветра 5 метров в секунду при влажности 70%. Тот говорит, не знаю, профессор. Ну, что ж, молодой человек, вашей зачетки не вот. Ну, тот выходит в коридор, там студенты облепили. Чего там, почем, какие вопросы задаются? Да, какие-то дурацкие вопросы, там какой-то поезд, купе, там это воздух. То вот. Ну, заходит студентка. Там мини-юбочки такая, крашеная курица, все цвета радуги. Жвачки натолкала, полный рот такая. Вот. Ну, профессор задает ей такой, тот же самый вопрос. Вы отдыхать любите? Она говорит, да, конечно, люблю. А теперь давай представим, что вы едете в поезде. Вот, на отдых. В купе вам стало жарко. Что вы будете делать? Так говорит, ну, сниму плащ. Хорошо. Вам все равно жарко. Так говорит, ну, сниму свитер. Хорошо. Но вам все равно жарко. Так говорит, сниму кофту. Хорошо. Но вам все равно жарко. Так говорит, сниму юбку. Хорошо. А представьте себе, что вы едете в купе не одна, а с вами едет молодой грузин с такой вот репой, вот, и при каждом вашем раздевании у него прибор все выше, выше и выше. Она ему шепчет на ухо, Самуил Яковлевич, да пусть меня хоть всем вагоном отымеют, но окно открывать я не буду.